Теннис. Растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да, и еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, татау вырастет. Выбирай. Хорошо, Джейсон. Татау! Эй, Филиппе! Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам! На помощь! Что за черт? Нет! Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты — крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. Это разница. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты... Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Теннис дал тебе татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро.
снять их на расстоянии или подкрасться. Выбирай сам.